Согласно документации, территория пустующей земли составляет 22 сотки. Местные жители много лет мечтают, что здесь, на улице Тракторной, когда-нибудь появится детская игровая площадка. И вот после стольких лет затишья здесь вбили колышки. Недремлющие местные жители сразу заволновались. А не выкупил ли кто землю? Что теперь здесь будет и кто он новый хозяин? Я здесь живу более 30 лет. Кому принадлежит эта земля, мы не знаем. Планировали получить разрешение на строительство здесь детской игровой площадки. Строить жилье здесь нельзя. Нам так объяснили в земельном комитете. А все потому, что под землей проходят коммуникационные сети. Поэтому мы и просим построить площадку для наших детей. В земельном комитете выяснилось, что в 1998 году по решению акимата Шымкента этот участок земли был выдан кооперативу «Витис». На этом месте должно было начаться строительство большого спорткомплекса. По какой причине владельцы не использовали землю до сегодняшнего дня по назначению, ответственным лицам еще предстоит выяснить. Заявление от граждан к нам еще не поступало. Однако мы сами приступили к проверке данной земли. Владелец уже установлен, и мы выясняем причины неиспользования земли по целевому назначению. Как объясняют в земельном комитете, для того, чтобы выполнить просьбу местных жителей, необходимо для начала вернуть землю в государственную собственность. Но даже после этого вопрос со строительством детской игровой площадки решен не будет, так как, согласно генплану, здесь должен быть построен спорткомплекс. Правда, вопрос, когда и кто начнет его строить, также остается открытым. Бахром Абдуллаев, Нургали Кушаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отраж».